Давай. Так, давай. Да, в карте. А где артист Жаков? Где артист Жаков? Здорово. Ты командуешь параном. А? Парадом, ты командуешь. Нет, вот Виктор Иванович. Да, Василий. Что может быть прелестнее, когда любовь твоя друзей встречает песни артистическая семья. Нам дружбе нет различия, живем семьей своей и свято чтим обычаи и любим всех друзей. Хор наш поет припев старинный, и вино полилось рекой. Мы справляем день рождения, Иисус. Ты Адамчик дорогой. Сбегайте. Знака наливаются, и хопли скрепляя. Лица загораются, как вишня я. Свином тоска проносится, оно волнует кровь, и в сердце сразу бросится счастье и любовь. Хор наш поет вина старинный, вино полилось рекой. Мы справляем день рождения, а когда всегда родной. Одного, можно сказать, вечера вот такого, ну, с круглой датой, понимаете, юбилейного, вот, посвященного именно, можно сказать, вот если была сегодня афиша, творческий вечер к летию Адама. Вот. И кто Адама знает, вот все собрались здесь, кто знает, и первый год, вот это очень скромный человек. Он никогда не будет выпирать, но он за все отвечает, за все. И за слова, и за ноты. Он высылает, он ищет, он переписывает. И с компьютером работает, и с дисками, и с артистами, и звонит, и все это, и диспетчер, все. Это филармония. Знаете, филармония уже настоящая. Вот. Но в то же время, вы знаете, у него очень тонкое сердце. Все говорят, тонкая натура. Знаете, лирическая натура. Но очень лирическая натура. Вы знаете, и в тайне его же все любят. Иногда явно, иногда и ругаются, как с Митой, понимаете. А иногда и просто объясняются именно в том. Где же ты, мой маленький Креоль, мой смуглый принц Сальтийских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный, как дитя, как песенка. Как дикий одуванчик, такой изысканный, чайный, как пузырь.
как вкус без вас. Пусть буквари полагающие, как бледен ваш пьеро, как плачет он и порой. А где же ты, мой маленький Атальщик? Мой принц Сантильских островов, капризный, как дитя, как песенка без слов. Давайте поздравим! А сказать громко, веское слово мы просим Михаила Денисова. Адамчик, если чтобы у меня было вообще сердце, если бы у меня еще голос еще дали на тебя, это даешь мне раздавать мне на тебя, понимаешь, я бы все это сразу раздал бы сейчас, еще больше это сделал. Пока я не мог, меня это нет, у меня беда. Вот. Но единственное, что я могу тебе сказать, что самое лучшее, что я к тебе говорю, это к тебе только любовь, которая к тебе во мне живет. И поэтому праздника тебя, любви тебя и жизни. И если будет, как только у меня надежда вернуться к жизни, то я буду больше еще жить, еще ярче буду давать песни. Надо, поскольку Адам наиболее такой, называется, фанат романсов. Ну, я собираюсь открыть курс по цыганскому романсу и цыганские песни. Он собирается, да он уже давно клуб существует, по существу, но негласно. Он не официально. Просим вас, дорогая, представьтесь сами, потому что многие вас... У меня очень сложная фамилия, ее никак не могут произнести. А вы скажите имя. Моя фамилия Асташова. Асташова. Да, она умная. Очень счастливая, твоя бескорыстие. Спасибо тебе за все. Милый, хороший. Наверное, все сейчас будет не слышно. А чего я гляжу на тебя? И зачем, и за что полюбила тебя? И зачем, и за что полюбила? Твоих чудных хотят, утоплю сердце я, и до гроба любить буду только тебя, и до гроба любить буду только. Дари, 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 дари
вот не надо и с милой бьется песня, свободно, звонно, и вдаль уносит лихой напев. Цыган играет, поет цыганка, и в той реки всегда подлик припев. Продолжим все немножко понемножку. Спасибо. Спасибо. Но, кстати, давайте поаплодируем этой хранительнице романса старинным. Салон «Гитара по кругу», кто многие здесь знают, на Маяковской 24-й год мы уже существуем. У нас вся музыкальная культура под эгидой музыкального дома, который я возглавляю, существует и бардовские песни, и романсы, и цыганские песни, и Адам у нас такая бывает. Мы приветствуем его сегодня нашими исполнителями. Алексей Носов, прошу. Голову к тебе на колени положу, забыв все на свете. Много лет я мечтал я времени нашей встречи с тобой по примете. Узелком платок завязала ты, обещала дождаться меня. И последние твои цветы в вазе высохли, память храня. Уроню слезу на щеку свою, сброшу груз, что давил годами. И сегодня песнь тебе пою, как мы вместе с тобой страдали. Узелком платок завязала ты, обещала дождаться меня. И последние мои цветы по зиме сохли, память храня. Как ты вынесла, не дано понять нашим близким, тем более дальним. Как хотелось бы тебя обнять, любоваться кольцом обручальным. Узелком платок завязала ты, обещала дождаться меня. И последние мои цветы в вазе высохли, память храня. Постарела ты, на висках, но на вид даже стало краше, а улыбка на твоих устах говорит, не прошло время наше. Узелком молоток завязала ты, обещала дождаться меня. И последние мои цветы в вазе высохли, память храня. Как меняется стиль выступлений о старинном
а старинного стиля от исполнительницы предыдущей. А, значит, сейчас мы услышали такое низкое, мужское, такое мужественное исполнение песни. Вот, и романса. При этом, собственно, сочинение. Да, а теперь я хочу позвать Александра Равдина, отчим старейшего члена романсового клуба, но он выступает вообще немножко в другом амплуа. Он не поет романс. Как вы заметили, он рвется к фортепиано. Нет, он еще фольклором занимается. А фольклором он нам покажет, потому что раз Рождество, и говорят, приехало, пришло Христово Рождество. Святый вечер, и святый вечер звучит вальс Шопена в исполнении. Ну, а несколько слов придется сказать. Адам, я тебя поздравляю. Поздравляю. Адамчик — это легендарный, это великий молодой человек. Я был 10 лет назад, когда тебе было 50 лет. Да, абсолютно ничего не изменилось. Адамчик, а тут еще больше. Нормально. А может быть, вот деревянный стул? Да, деревянный. Крещет по окнам, где не сень, не бьются
осколки струй по ступени. Вымолда глянца и все сирени. Сердце, как поле, льет с неба склона.
Почти. Почти, да. Да, так получилось случайно, что оказалось, что моя тетя живет в одном доме с Адамом. Только она на третьем этаже, а он на четвертом. Да. Я с ней прощаюсь, и он идет. И так мы пошли вместе в филармонию как раз там на концерт. Вот я хочу его поздравить. Адам! Пожалуйста, Адам! Ну, он там сейчас ходит, да. Ну а сейчас, чтобы немножко сменить настроение, потому что мы, конечно, то филармония, то, понимаете, кабаре, то оперетта, то, понимаете, опера иногда. У нас сидят здесь и оперные певцы. Вот, не хочу плохо. Но, понимаете, хочу только хорошо. И так выступает Арсений Жаков. Браво! Привет! Вот и все, и не отворачивайся. Хорошо. Давайте. Мелодия охота, да, всю ночь вспоминал. Потом всю ночь охота поднял. А сердце довольно быстро. Недовольна ли всем нам упрямо друг от друга скрывать естеством? Не пойти ли нам лучше к Адаму и не справить ли с ним Рождество вдохновенный, необычайно повторяй вновь и вновь мне милей, что родился и он не случайно в этом знаменательный день, что родился и его не случайно. В этот столь знаменательный день, как всегда вокруг него вьются дамы, а ему это все ничего. Как я счастлив вновь видеть Адама, как я счастлив поздравить его. Ведь как прежде любим он народом, и не старый он вовсе на вид, небо смот его лет год от года. Звездой мудрости ярче горит, небо смот его лет год от года. Звездой мудрости ярче горит. Композитор, и потом положит нам что-то. Мы оба сочиняли в одну ночь, но он первый. Я попросил его. Прочти мне, пожалуйста, что там, какую тему. Ну ты ведь потом мне-то кто-то не был. Сдёрнул. Я говорю, ну хорошо, ладно. И в одну минуту сочинил. Бог попал. Господа, оцените. Направо ходишь ты, налево, наверное, ты не знаешь сам. Проси, пожалуйста, Адам, а где твоя подружка Ева? А Ева не пришла. Она должна была танцевать. С днем рождения, с Рождеством. Да. Нет.
Ну что, вы все? А где еще юмор? Им смотрим. Микрофон убирай. Come on.
широко, белым саваном и искрестный снег. Господа, продолжаем в таком же духе. Итак, кто следующий? Наркодер. И перед таким замечательным юбиляром, таким трогательным человеком, которому на самом деле сейчас в мире очень плохо. И я спою свой любимый роман из репертуара «Ляли черный» и «Уезжай, не бывал кучу». Растише. Пригвоздите нас, Михаил Денисов. Саша. Александр Второй. Второй здесь и третий. Это почти экспонт. Поэтому сложно будет, может быть, что-то забуду слова. Как без песен прожить мы не знаем, без романсов, стихов, как прожить. Мы в субботу сюда приезжаем, чтоб сердца свои вместе сложить. Придем не раз сюда на пушки свою девять, чтобы пристать. Там мы будем в лучшие всегда, конечно, верить. И в этом поспособствует Адам. Здесь нам тепло, здесь нам Адамчик светит, здесь начинается особенная жизнь. Сердца стучат и дует свежий ветер. Как здорово, что здесь мы собрались, что все мы здесь сегодня собрались. Мы расселись, мы сняли пальтишки, расчехлили гитары свои. Добрый вечер, девчонки, мальчишки, добрый вечер, родные мои.
придем не раз сюда на Пушкинскую 9, чтобы пристать благословенным берегам. Мы будем лучшие всегда, конечно, верить, и в этом поможет нам Адам. Здесь нам тепло, здесь нам Адамчик светит, здесь начинается особенная жизнь. Сердца стучат и дует свежий ветер. Как здорово, что здесь мы собрались, что все мы здесь сегодня собрались. Зарубежные, международные сегодня. Мой град, который я пою, моя священная обитель, отдам тебе любовь свою. Мой город, мой любимый Питер, отдам тебе любовь свою. Мой город, мой любимый Питер, твоей красы молодая стать, традиций вековых хранитель, тебе всегда в веках блистать. Мой город, мой любимый Питер, тебе всегда веках блистать. Мой город, мой любимый Питер, в наш век ты входишь без оков, свободный лидер и мыслитель, во веки вечные веков. Храни, Господь, любимый Питер, во веки вечные веков. Храни, Господь, любимый Питер, мой град, который я пою, моя священная обитель, отдам тебе любовь свою. Мой город, мой любимый Питер. Зачем на зоре на ясно?
огня добавить и луча. С любовью надо осторожно
прекрасно с ней, и с ней тревожно, ее вообще может не быть. Тогда зачем на свете жить? Ты не поэт, не пишешь ты стихов. Послушайте. Ты не поэт. Ты не поэт, не пишешь ты стихов, но это ничего не значит. Поэт моей души мечтами снов, и мир с тобой звучит совсем иначе. Ты танцуешь вальсы, но если мы вдвоем, и муза ворожит в сплетении все, дыхание, руки, пальцы, и мир тогда вальсирует, кружит. Ты не богат, нет замка, денег, знатства, но в этом мы с друзьями не сошлись. Но самое огромное богатство, что в этом мире мы с тобой нашли. Браво! Давайте сейчас вот послушаем, потому что музыкали поддерживает этот тост, поддерживает наш виртуоз, инструменталист на гитаре, да. Можно две чашечки? Ну, мы сейчас мясо не будем. Лето вечернее снова к концу. Скажи, я забыл. Что на душе все равно. Я предлагаю вот это взять. Я вновь возможно. Да, вот это. Туда? Туда. Поверьте мне. Значит, я хочу сказать, что мы все счастливые люди. Наташа, отдам чаю. Кто еще не совсем счастливый, то имейте в виду, что у вас есть шанс. Потому что вы... А мне чай надо дать. Как вы это отдал. Вы приходите. И ваша... Иди сюда. Самая... Адам, иди сюда. Адам, иди сюда. Адам, тебя привезет. Адам, проси. Адам, иди по головам. Если у вас есть желание, вы можете его загадать, и оно исполнится. Вы знаете, я там на четверых набрала. Мне нормально, я просто возьму себе кусочек. Они там сидят голодные. Это вот человек, который другого мира. Мы с ним столько лет знакомы. Иногда это было тяжело. Но я себе уже давно дал такое слово. Адам всегда прав. Если даже мне кажется, что я делаю вещи, ему вообще в жизни ничего не надо. Он думает только об одном. Моей жизни я получил все, я получил профессию, я получил близких, любимых людей, все благодаря Адаму. Я это знаю, как говорится, не по слухам, но и по жизни. Поэтому мы счастливые люди. А если еще кто-то нет, то не может быть. Держитесь от мы благодарим. Ну хорошо, зовите его, мы ему чаю нальем. Потому что... Я хотела быть деятелем всю жизнь Адама, объединить одной фразой, для одной строчкой. А от того стихотворения, которое планировалось, но не запланировалось. А думаешь, это такая?
Вика. Адам, в искусстве и искусство живем. Вот это все. Самые разные оперы, романсы, кинуарские песни, все, что вот так сегодня видели, и даже не были я резала сегодня 9 часов, я подрезала, как у нас в Китае Бомбил, в Рыбовске часто бывает, мы всегда родители. Что лет вообще тебе? Ура! Два день рождения, 7-го. Вот, Наташа, Наташа. Вот она скромно там. Вот она, Наташа. Наташа. За тебя тоже бьем. Вот этот стол обязан трудам Натальи Георгиевны, нашего помощника. У нее тоже 7 января. Нет, у нас 7 в один день. Нас угораздило родиться в один день. Поэтому я дарю ему свой день рождения и ночь рождения. Понимаете, вот стоя здесь, вот как на трудовой выставке, говорят, пользуясь этим столом за трибуной, сначала ночь. Давайте принято. Вас рассеет гитара моя, в ней тоски и разлуки забвенья. Дай, милый друг, на счастье руку, гитары звук разгонит скуку, забудь на время горе злое, и вновь забьется ретивое. Я знаю вам, друзья, про любовь, все страдания виновницу злую, каждый вспомнит свою дорогую, и сильней забурлит жила кровь. Забудь на время горе злое, и вновь забьется ретивое. Браво, Зубар, браво, 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 браво. Цыганочку.
Вообще надо тогда сделать несколько свечей. Я, Миша, выиграю условия. Кого, Адама? Да, конечно. Открывайте дверь, ребята, дверь открывайте. Надеюсь, да? Стать еще лучше. Любовь женщины Богу прорыв, а от Бога тебе яркий луч. Любовь мужчины, как родник живой воды. Любовь мужчины, свет сияющей звезды. Любовь мужчины, как безбрежный океан. Любовь мужская, нескончаемый роман. Любовь к мужчине, аромат живых цветов. Любовь к мужчине, ожидание дел и слов. Любовь к мужчине, это жизни вечный праздник. Ах, женская любовь, манит и дразнит. Переплетение чувств, как воздух свежий. В любви союз двух душ танцует нежно. В единстве человеческого древа. Богоподобны, как Адам и Ева. Браво! Yeah.
Ну вот, есть такая песенка. Нет, за искру. От улыбки. Значит, если про улыбку, это тема позитивная. А я пою про противоположное такое. Сразу произнеси слово. Чем ты поделишься? Виталий, Верочка, можно попросить? Огнем согрет.
как быть, услышь. Аркадия, Ливадия, Самарканд, очень много было подобных салонов, где люди могли отдыхать и, в общем, тратили всю свою жизнь на цыган и на вот эту русскую душу. Поэтому мы все поздравляем, вот и Бауровский коллектив, и все другие коллективы, с которыми я работаю, Адама. И мы ждем, кстати, Адама в гости. У нас будет нашему Адаму из коллектива Баурова Константина Александровича. Коллективу исполняется 20 лет в феврале, так что мы ждем в гости. И вообще всех желающих, вот, держите связь через Адама. Это если когда? Одну современную, но в старинном стиле, а другую настоящую современную, ту, которая была, то есть настоящую старинную, которая была тогда. Мне любить, позвольте вас. Даже если это глупо, на мои ложится губы бесподобность ваших глаз. А мне любите, позвольте вас, без усмешки и тревоги. Если вас послали боги, это слабость не на час. Если вас послали боги, это слабость не на час. Вы не любите, позвольте вас, без заведомой развязки, чтобы было все не любить, позвольте вас, чтобы я пришел не вдруг и засыпал вас цветами. Вы кого хотите сами, так не убирайте рук. Вы кого хотите сами, так не убирайте рук. Вы не любить, позвольте вам, за слезы, за грядущие морозы, за то, что есть сейчас. Я приду в который раз, даже если все напрасно. Перепаду к ладоням страстно, утону в руки фраз. Перепаду к ладоням страстно, утону в руки фраз. Мне любите, позвольте вас, ту единственной любовью, что уходит только с кровью. Мне любите, позвольте вас. Да.
гадая и ожидая, она все с клюкой своей зимой и летом все посадит. Подайте ж Христору одеяние, подайте Христору. Сказать вам, старушка эта, как 20 лет тому жила, она была мечтой поэта, и слава ей виной была. Когда она нас оценила, Париж в восторге был от ней. Она соперница не имела. Подайте ж Христа ради ей, подайте Христа ради ей. Святая Бог, проведение, артистка сделалась больна. Лишилась голоса и зрения, и бродит по миру одна. Бывала нищей, не боится прийти за милостынею к ней. Она же вас просить. Подайте ж Христа ради ей, подайте. Нет, давайте так договоримся. Я хочу сказать, у меня есть человек, который за меня может это сделать. Виталий. Сделай, пожалуйста, несколько строк из себя. Ужас, как Пушкин. Прекрасно. Я не свои. Спокойно, вы все знаете это. Это диалог из Фауста Пушкина. Маленький такой диалог, где Мефистофель и Фауст. И все. А у Гёте написано, вы знаете сколько. Ну, вот я вот сейчас прочитаю Пушкина, и вы поймете гений этого таланта. Хотя я знаю Гёте почти наизусть Фауста. И читал моноспектакли в Лесоповском дворце в свое время. Берег моря. Представьте себе. Где-нибудь в Коктебеле. Или еще где-нибудь. Фауст. Старый, поэтому я читаю. И
Что делать? Фауст. Таков вам положен предел. Его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает. Иной от лени, тот от дел. Кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, а тот не успел. И всяк зевает, да живет, и всех вас гроб зевая ждет. Я хочу сказать, что если тихо, а голос у меня не такой сильный, как у господина Герушкина. Поэтому, если можно, тихонечко. Облетевший туман, серебристый светер, дальний плач тальянки, голос одинокий, и такой родимый, и такой далекий. Не можешь в этот мир
все потому, что сейчас мой день рождения. И не придет тебе сегодня грусти день. Тебе сегодня почет и уважение. Пусть будут тысячи дней таких, как этот день. Угрюмый твой сосед принес тебе цветы всем, пожалуй, в первый раз, и в комнате твоей дыхание весны, и радостный рассвет твоих счастливых глаз. Все потому, что сейчас мой день рождения. Вот тебе сегодня грустный день, тебе сегодня почет и уважение. Пусть будут тысячи дней таких, как этот день. Ушли твои друзья, и ты сидишь один, и месяц за окном сочувственно молчит. Да будет мир для всех, кто так тобой любит. И столько раз судьба все это повторит. Все потому, что сейчас мой день рождения. И не придет тебе сегодня
вечно каюсь, как всегда, от суеты устал. И как прежде снова просыпаюсь с именем твоим я на устах. Вновь пришли дурные вести, на душе отчаянная грусть. Господи, ищу нательный крестик и на образ светлый твой молюсь. Господи, ищу нательный крестик и на образ светлый твой молюсь. Поклонюсь тебе я до земли грешной и такой любимой, тело мое Боже исцели, душу мою Господи помилуй. Боже, я прошу без робости, помоги продли земные дни, дай друзей, спаси меня от подлости, Господи, спаси и сохрани. Боже мой, суди меня по совести, справедливой кары не боюсь. Сил мне дай на почести и горести, я на образ светлый твой молюсь. Сил мне дай на почести и горести, я на образ светлый твой молюсь. Поклонюсь тебе я до земли грешной и такой любимой, тело мое Боже исцели, душу мою Господи помилуй. Поклонюсь тебе я до земли грешной и такой любимой, тело мое Боже исцели, душу мою Господи помилуй. Господи помилуй. Нема нас.